Девочки, ну вот еще одна идея вам для того, чтобы вы могли как-то разнообразить свой гардероб. Посмотрите, у меня здесь две вещи. Выполнены они из черненькой кулирки. Из черненькой кулирки. Значит, верхняя вещь – это халатик. Вот вы сейчас можете его вот так вот разглядеть, да? Посмотрите, какой он с плечиками. Я, конечно, себе сделала с плечиками. Я могу этот халатик легко снять. Вот так сделала. Что у меня это? Это у меня резинка, которую я купила в магазине. Просто крепкая резинка. И пришила туда вот такую вот пряжку. Просто пришила вот эту пряжку. Получилось вот по такой поясочек, который вы можете легко использовать везде. Дальше у меня вот такой халатик, который я могу надеть к брючному костюму, например, какому-нибудь синенькому брючному костюму. Здесь будет синенькое, здесь будет синенькое. И вот этот вот халатик длинненький. Кто повыше ростом, тот может эти халатики делать прям до пола. Будет вытянутый треугольничек создаваться и будет очень-очень красиво. Затем снимаем халатик и остаемся вот в таком вот платьице. Вот такое платьице. Здесь у меня платье на запах. Большой вот такой вот запах. Здесь у меня кармашек. Там у меня тоже есть кармашек. Врезной пояс вот такой. Без рукавов, как вы видите, да? Юбочка со сборочкой. И сзади вот так на поясочек он завязывается. Вот этот халатик. Сразу хочу сказать недостаток, который здесь присутствует. Поближе к вам подойду, вот обратите внимание. Видите, сборка у меня вот здесь сборка, она направлена на грудь. А вот эта часть у меня пустая. Мне нужно вот эту сборку передвинуть вот сюда, чтобы у меня и вот тут была сборка. Тогда будет ритм, тут пусто, а тут густо. То есть, когда мы дополнительную лучевую раздвижку делаем вот в этом месте, чтобы наша грудь не расходилась, увеличиваем вот это вот расстояние, увеличиваем, да, мы должны эту дополнительную раздвижку перевести ее либо за щип, либо в сборку, делать именно вот в этом месте, Я, скорее всего, это обязательно переделаю, вот здесь распорю и вот эту сборку передвину сюда. И тогда уже у меня будет направление более правильное, что ли, более симпатичное, более красивое. А так вам вот идея вот такого вот платьица. Платьица из кулирки, простая, обыкновенная кулирка. Так что вот такие вот вам идеи для ваших фантазий. Всем всего доброго!